Съемочная группа «Свое ТВ» вновь побывала с экспедицией в Чердынском районе в рамках нового проекта «Отшельники». На этот раз скромно. Всего 2 дня ребята должны были провести в тайге. Экспедиция отправилась в деревню Чепичанка, где живет в одиночестве семья Галкиных, о чем мы узнали от наших друзей-штурманов, которые уже бывали в гостях у Татьяны и Василия в этом году. Шутка или правда ли, но тогда супруги согласились сниматься в проекте только при условии, что съемочная группа привезет для них в подарок 5 килограммов сахара, 5 килограммов муки и, не поверите, живого поросенка. Последнее, конечно, было выполнить сложнее всего. О том, каким стало это путешествие и чем запомнилось нашим коллегам, они в подробностях расскажут в специальном репортаже сегодня сразу после выпуска новостей.